Газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. Апологетика, ed è arrivata una convocazione da parte del Papa. Массимо Интровинья, итальянский социолог религии, доктор философии, профессор. Директор-основатель Центра изучения новых религий. Бывший представитель председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией. Возьми и застрели этого парня по имени Бобби. Yes, ma'am. Хорошо, сэр. Ключевой элемент идеологии религиозных экстремистов – это идея промывания мозгов. В пропаганде ЦРУ это явление объяснялось очень просто. Ваш мозг подобен виниловой пластинке, а коммунисты могут перезаписать этот диск буквально за 2 минуты. Дело в том, что ЦРУ не только распространяли пропаганду идеи промывания мозгов, но в определенный момент они сами начали верить в свою же пропаганду. В середине 20 века они создали секретный проект, целью которого было скопировать механизм промывания мозгов. И если коммунисты в СССР и в Китае умеют это делать, почему бы и нам, американцам, этому не научиться? В 1952 году ЦРУ организовали серию экспериментов. Целью была разработка методов стирания памяти и полной переделки личности. Секретный проект ЦРУ был назван «МК-Ультра». Сегодня все документы рассекречены, и потому мы знаем об этом проекте все, что нам необходимо. Проект возглавил канадский академик, психиатр Дональд Кэмерон. Он приглашал в качестве испытуемых людей, которые жаловались на свое психическое состояние, а также малообеспеченных американцев. Он говорил, что вы можете принять участие в достаточно опасном эксперименте, но за это вы получите большие деньги. Профессор Кэмерон верил, что у промывания мозгов существуют 2 стадии. Удаление данных с памяти и загрузка новых данных. Один из наиболее опасных экспериментов 20 века проходил в городе Монреаль, Канада, в институте университета МакГилла. Именно здесь профессор Кэмерон проводил свои ужасные эксперименты над людьми. Таким образом, профессор Кэмерон начал работать с испытуемыми. Первый этап сводился к попытке удалить с памяти человека старые идеи и убеждения. Для этого он использовал 3 метода, первым из которых был электрошок. Электрический разряд превышал терапевтическую норму в 30-40 раз. Вторым методом было лишение сна на протяжении многих дней. После этого участникам эксперимента вводили в большом количестве вещества нервно-паралитического действия, такие как ЛСД. Профессор Кэмерон вводил столько ЛСД, сколько считал нужным. После рассекречивания проекта эти кадры увидели американские профессора, академики и мировая общественность. После этого Кэмерон сделал доклад для ЦРУ о том, что первая фаза проекта прошла очень успешно. У Кэмерона возникли огромные сложности со второй фазой проекта. Как вы помните, он должен был записать в память человека
новые идеи и убеждения. Причиной сложностей было то, что после первой стадии испытуемые больше походили на зомби и были просто не в состоянии воспринимать какие-либо идеи. Профессор Кэмерон сделал второй доклад ЦРУ о том, что промывание мозгов можно использовать только чтобы стереть старые убеждения врагов, но записать в память новые убеждения просто невозможно. Когда религиозные экстремисты говорят о промывании мозгов, они используют теорию ЦРУ, которая громко провалилась в ходе эксперимента МК-Ультра. Однако, с другой стороны, этот проект можно назвать полезным. И это несмотря на то, что в результате он закончился трагедией для большинства испытуемых. МК-Ультра показывает, что даже с применением электрошока и наркотиков убеждения человека изменить невозможно. Можно уничтожить личность, превратить в зомби, но насильственно изменить убеждения человека невозможно.